когда увидели, что у вас спуск, вы отпускали газ и пошли накатом. А сейчас машина уже знает вашу массу, вашу скорость, она высчитывает вашу силу инерции. И когда она идет на подъемчик, PPC говорит перед подъемом, да? Перед подъемом, она говорит, отпусти газ вот здесь. Потому что мы разрешили минус 4 потерять с помощью инерции. Она отпускает газ, с помощью инерции она заезжает наверх, теряя минус 4. Здесь будет 81, если было 85. Тогда 4 потеряли, но зато сэкономили по инерции. Потом она пойдет на спуск, восстановит то, что потеряла до 85 и компенсирует на 5. И получается все равно у вас ровненькая скорость. 4 потеряли, 5 добавили. Вот такой принцип работы PPC с этими амплитудами. Сейчас что еще? Система PPC, как она видит? В машине интегрированные рельефные карты, уже в машине есть. Когда мы включаем круиз-контроль, срабатывает система Predictive Powertrain Control, PPC, коротко. Это Predictive Powertrain Control, это предусмотрительная контроль силы, переводится пословно, а так я перевожу предусмотрительное использование наката. Ну, я так уже по-своему. И это называется PPC. Вот когда мы включили круиз-контроль, она уже видит 2 км вперед рельеф, и она знает, сколько и как газовать, когда переключать, не переключать передачи, дать экорол, не давать экорол, она делает лучше, чем вы. Так что дайте, чем раньше круиз-контроль, и чем больше круиз-контроля, так значит, тем больше PPC, и так будет лучше, чем вы сами понимаете. Так что иногда человек не чувствует, у вас сейчас спуск или не спуск, иногда, ну, визуально вроде спуск, оказывается, нету спуска, а уже PPC не обманете. Она уже знает, если там спуск, она даст экорол, если нету спуска, она, ну, будет газовать. Так что дайте работать системе, и она будет лучше работать, чем мы. Это выглядит вот так, что я хотел показать сначала. Вот PPC галочка стоит, амплитуды выставили, и вот этот цифровой спидометр, вот эта белая шкала, которая пока не включили круиз-контроль, это будет серая зона, значит, ну, круиз-контроль не работает. Если я включил круиз-контроль, машина соединилась с спутником и таким способом зарабатывает круиз-контроль. И вот эта серая зона позеленее. Вот треугольники, вот видите, сверху и снизу. С правой стороны то, что вы выставили плюс, левая сторона то, что вы выставили минус. И вот то, что вы выставили, вот здесь, ну, нарисовано цифрами. Плюс 5, минус 5. И вот правая сторона плюс 5, левая сторона минус 5. И треугольник наверху будет показывать, вы ускоряетесь или падает скорость с помощью инерции. И вот когда у вас все горят, вот зеленая зона и цифры плюс 5, минус 5 горят, все, PPC работает. Смотрим, учимся, наслаждаемся и не вмешиваемся. Пусть работает. Все будет машина делать лучше, чем вы, если все это работает. А когда иногда исчезнет связь с спутником, то исчезнет и левая сторона, зеленая исчезнет, и минус 5 исчезнет. Сейчас обычный нормальный, ну, круиз-контроль без PPC. Он поддерживает скорость и дает плюс 5, а больше она рельефа не видит. Это может случиться из-за помех, это из-за, ну, спутником нет связи. Вот чтобы вы знали. Если все зеленое, цифры зеленые, зона зеленая, все работает, все. И не вмешивайтесь.